16 вместо 12. И напомним, с этого понедельника в пассажирском транспорте действует новый тариф. Он утвержден решением Орловского горсовета 3 февраля. Начальник областного управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Васильев пояснил ситуацию относительно так называемых трехзначных автобусов, которые обслуживают пригородные маршруты. В черте Орла они работают по тарифам городских перевозчиков, а за территорией областного центра оплачивается каждый километр пути. Тариф формируется из утвержденного тарифа городской администрации и тарифа, который утверждает управление по тарифам Орловской области. Это на территории Орловской области. Однако исключение есть. Пассажирам некоторых пригородных маршрутов удастся сэкономить. Вот если мы берем 354 маршрут, то есть с ЗБК до города Орла, соответственно, по городу Орлу 16 рублей, потом на Знаменку идет, но все равно люди будут платить 16 рублей. Хотя, исходя из формирования тарифа, платы за проезд, то должны 16 рублей и рубль 65 за каждый километр за пределами города. Соответственно, плата была бы в районе 18-50-19 рублей, но все равно граждане оплачивают лишь 16 рублей. Порядка 40 транспортных средств сейчас осуществляют именно по такой тарификации.